Schüttelst du schon? Привет, я в Сингапуре. Батарея уже почти села. Лечу в Австралию. Уже сутки в пути. Все, пока. Привет, сегодня 17 октября, 2005 год. Я впервые в Австралии летел через Дубай, в Арабских Эмиратах побывал, потом в Сингапур. Сингапур, отсюда, потому что Сингапур сфотографировался. Сейчас у меня прилетел сейчас 3 часа ночи, меня никто еще не встретил. Вот видео отдыха в самолете летел. Так, сколько там? 4 часа до Москвы. Потом со внуком сюда Могилы переехал. За Могилы 5 часов до Дубая. Там тоже 3-4 часа было. И с Дубая до Сингапура. И Сингапура сюда, в Лисбон. Это было 15 часов от Дубая. Все, ждите, когда за мной приедут. Вот австралийский аэропорт. Еще. Здесь что-то. Что-то прикольно было в Саудовской Аравии, в Дубаях. Ой, блин. Арабские Эмираты. Я на тех походят в шалмах, покупают золото, потом тряпочки ловят на пол и спят там на полу. Ладно, все, пока.
всего надела девушка, такая, 160 кг вес. Она чуть-чуть меньше Жени. Не, она маленькая, но такая. Она толстая такая, прикольная. Ага. Малютка. Таня такая, Таня. Женька, забери Буша. Вот, вот, вот тебе есть девушка. Забери Буша тебя. Ну, хватит. Stay here somewhere, but the room, there was no rooms. Yeah, yeah, they were booked. All booked. Yeah, so big price. Yeah, no, but same as over there, but just it was all booked. I couldn't get the accommodation. А это значит не Брисбен, а другой город, да? Oh, name for this town? Surface. This is Southport, next is Surface Paradise. Surface Paradise. Yes. And then we go to Broad Beach, which is where we're going to have some lunch, some coffee or juice or whatever you want to have. Океания, Австралия. А такие здесь дома. Серега бежит. Небоскребы. Супер. Что там? Холодная вода? Купаться будешь? Буду.
Вот таких бы волнах бы покупаться. Тебя сядь. Не, поверни. А он снимает. Ну, поворачивай. Женя на море. Да, да. Им на фоне этого. Чего? Видно, видно, нормально. Я все здание показал. А? Я все здание показал. Так оно же вот так по диагонали идет. Не-не, я тебе показал, да. Так и так. Давай смотримся. Давай. Привет, это, кстати, номер в Австралии. Туалет, шкаф. Вот там душ такой простой. Так. Кровать. Маленькая кровать. Маленькая кровать. Кондиционер, такой телек, зеркало, стол прикольный длинный. Где же балкон есть? Вид никакой, там дорога. Ну, нормально. Все это классно сделано. Все самое интересное, что там обычные лампы старинные. Дневного света. Ну, интерьер мне нравится. Kebab's good, very good. Kebab is very good. Many Turkey in Germany. Germany took many Turkey. Yeah, too many Turkey in Holland too. No good. In Holland too, many Arab, many Turkey. And no many Holland. This big firm for here's this firm for Gorium Hotel. German car, Audi. German car? Audi. Yes. Very good. Very good. In German left side. Yeah. Here left. Yeah, yeah, side. Here. Yeah. Different. Only England, Anglia, only. What stadium? Football. Football. Soccer. Football. No. Horses. Pad. Pad. No, pad. Yeah. Race horse. Race. Okay, okay. Race pad. You know. You know horse. Music. Yes. No horse. Racing. На лошадях. На лошадях. Ипподром. Yes. Yes. Okay. Ипподром. Brisbane River. Is it even? Brisbane River. Brisbane River. Yeah. You can get boat. It's good, it's ferry. Yeah, ferry, yeah. Yeah, all up there. Yeah, super. All, back to the city over there, city? Yes, it's yeah. Super. Ferry is the best. Very good, yeah. Cheap. Уже подъезжаем. Yeah, we're in Moscow gives you many auto, no give river, but no ferry. No ferry? No. Must have ferry. Ferry is the best. Yeah, very good. Yes. No driving, just jump on the boat and back to the city. Yes. 30 easy. Minutes. 20 minutes, 30 minutes. Yeah.
5 часов утра после боя, я еще вспомнил, дрался 8 раундов, должен был 5 раундов я упрессовал, выигрывал по очкам и очень хорошо выигрывал. И в 5 раунде пропустил случайный удар. То, что он был случайный, я думаю, многие не сказали. Все сказали, посмотрю видео, будет видно. Но то, что я выигрывал, это 100% чемпион Австралии. Номер один. Сегодня не спится, завтра, наверное, на побережье поедем, да? Ну ладно, будет видно. Все, пока.